Потом включим демонстрацию экрана. Так, сейчас вам должно все это быть видно. Короче, есть рисунок. Куда, кстати, куда я его дел? Сейчас давайте найду. Будет. Вот. Вот этот рисунок. Куда? Где он сейчас стоит? Я уже его скачал уже. Показать папки. Сюда положим его. Есть такой макет, нам надо будет его сверстать. То есть то, что я сейчас чуть-чуть покажу, а все остальное. Я где-то достал готовый, короче, вот такой вот рисунок. Просто чуть-чуть дописал слова. Где-то тенге, где-то там, то-то-то. Но мы примерно должны его сверстать. Вот эти иконки я не стал доставать. Если найдете, будет хорошо. Вместо книги там какой-то тоже взял фейковый этот рисунок. Но суть в том, что нужно максимально похоже сверстать вот такой вот простой сайтик. Мы начнем, вы закончите, короче. Вот эту картинку пусть она будет открыта у нас. Что вам дано? Вам даны вот эти кнопки. Вы можете заменить вот эти вот иконки, можете заменить. Я вот эти, именно то, что здесь не нашел. Можно отсюда, конечно, вырезать, но я не стал здесь. В основном они же как PNG идут. Можно PNG найти, которые как бы... PNG рисунки, если знаете, они... Это, да? Прозрачные, да? Прозрачные идут. Фавикон, да, сайт товар. Фавикон, да, можно найти. FreePic, там дофига сайтов. Я просто не стал замачиваться, времени не было. Тут, короче, у нас идет как... У нас здесь 4 секции основных. Это тут главная секция идет. Тут шапка есть вот сверху. Типа здесь менюшка должна быть, но здесь без менюшки, чисто лендинг, одностраничный сайт. Вот эта шапка будет, вот это вот главный контент будет, это первая секция. Это вторая секция, там о чем книга, да? Здесь, кстати, сайт как будто книгу кто-то продает. На текст не смотрите, просто смотрите на верстку. Вторая секция, третья секция, типа кто купил эту книгу, и там футер, короче, идет, подол. Вот. Начнем с первой секции. У вас есть вот эти вот... У меня сейчас есть в данный момент PNG-шки. Что-то не показывает, ладно. Потом есть вот это, кажется, не нужно. Здесь, я думаю, это PNG, оказывается, не PNG, вот такой рисунок. Если хорошо будет, если PNG достанет. Я взял вот такой рисунок, он тоже не PNG, но сейчас я вам покажу. Его можем добить. Пусть он не будет. Так, вот у вас три иконки и книги. Больше ничего нет. Дальше, потому что сами добьете, найдете. Есть такой файл, Reset CSS называется. Его часто используют, кто вот знает, верстку делал. Это готовый CSS. Небольшой файл где-то, есть сколько строк. Да его не надо вам даже просматривать. Кстати, box sizing здесь есть, да? Content box. Здесь файл, который убирает все лишние как бы правила браузеров. У каждого браузера есть свои правила. Если ты там, например, там поставишь какой-нибудь там H1, например, сам браузер будет навешивать какие-то стили. Для H1 отдельный стиль, там для P другой стиль, для дивки другой стиль. И вот этот Reset CSS, он обычно используется, его просто скачивают и включают, чтобы вот эти все правила аннулировать, чтобы нигде не было лишних отступов, там нигде не было лишних паддингов и так далее, бордеров там. Чтобы font size был нормальным, да, своего размера 100% и так далее. То есть такие правила, которые все вот эти лишние стили конкретных браузеров убирают. То есть прям обнуляют как будто все. Его просто включить и все, вам дальше будет легче. То есть по сути мы здесь создаем индекс, какой-нибудь там индекс HTML. Сейчас мы должны это сверстать немножко. Насчет верстки, народ, еще раз повторюсь, то, что когда будем делать проекты, то есть не прям я буду требовать, чтобы все с нуля верстали, но если вы сверстаете, это будет прям супер, я это оценю. Но можно будет также брать шаблоны, но где-то что-то менять. Где-то что-то менять, и самое главное понять сам шаблон, как он сверстан примерно, как он сделан, потому что по фронтенду тоже можем чуть спросить.
конце, когда будете проекты делать, типа, открой-ка HTML-ку, там, как он вот этот дизайн сделал, там, и так далее. Ну, по чуть-чуть можно тоже спросить, но не сильно, конечно. Потому что сейчас фронтенд тоже, как бы, имеет вес, секунду. Имеет вес в разработке, веб-разработке. Так, давайте начнем, а то там как бы немало, что нужно делать. Я открыл индекс и открою свой стиль отдельно, то есть ресет у меня будет и будет еще свой стиль. Мой экран видно, все нормально, да? Слышно хорошо меня? Да. CSS. На видео записываем, чтобы видео хорошее получилось. Так, откроем их каким-то Sublime, все остальное. Давайте закроем, кстати, все закрыт, close. Ой, ёлки-палки. Давайте еще раз откроем. Пока пустые файлы, я, кстати, давайте разделю их на... Я использую Sublime. Я вот на лекции рассказывал, установил Emmet, все вот эти вот пакеджи нужные. Список пакеджев у меня вот здесь. Package settings. Вот auto file name, который находит файлы. Emmet есть. Там вроде еще был lorem ipsum, почему-то его здесь нету. Lorem ipsum тоже установил как пакет. Я это на лекции показывал, там есть видео. Так, view, syntax, ой, какой syntax, layout, column. Сюда поставим HTML, сюда поставим CSS, чтобы было видно. В HTML-ку, у нас, вот из-за того, что у меня стоит Emmet, можно вот восклицательные знаки нажать tab. У меня много чего уже он сам допишет. Назовем это... Шаблонный. А, давайте не шаблонный сайт, а продажа книги. Пишем, ну, немножко с приколом, Азамат Джола, да, например. Так, мы включим наш две CSS-ки. То есть это будет Reset CSS. Вот этот AutoFile Name, который ищет файлы. Вот. Тоже удобная вещь. AutoFile Name Package. Добавим reset CSS и добавим, скажем, наш стиль CSS. И вроде JavaScript'ов пока ничего нету, только будем верстать. Давайте создадим первую секцию. Вот на картинке, вот эту самую большую, и с книгами, и с хедером, короче, вместе. Назовем, то есть у нас будет, по сути, 4 секции. Давайте вот продублируем. Ой, тох-тох-тох. 4 секции, да, то, что я вам говорил. Первая секция у нас будет, давайте ему зададим класс какой-нибудь. Класс, какой можем задать вот этому всему, короче. Это у нас будет, давайте, вот так вот, давайте, hero назову, типа, герой книги, там, герой романа. Короче, вот этот класс, секция hero, у нас вот это вся. То есть и хидер внутри будет, и вот этот главный контент. То есть книга, там, название книги, описание и так далее. Вот купить книгу, там, заказать и так далее. Вот это все у нас section hero будет. Давайте сразу, кстати, здесь пропишем. Тогда у нас класс будет. Секция будет что? Мы, кстати, его, не знаю, будем верстать, нет, потому что все-таки вам тоже надо что-то оставить. Вот это у нас будет класс, как можно назвать его? Ну... About, что ли. Пофиг, стоит. Там тоже, короче, можете классы задать, народ. Давайте, ладно, я ничего не буду задавать. Вот три секции пока ставлю. Внизу уберу, чтобы они не мешали. Так, Section Hero у нас что есть внутри? Теперь есть такое, если вы видите здесь, у нас как бы сайт, вот она, вся ширина сайта. Вот, где карта? Вот, вот так поставлю или чуть-чуть. Вот у нас вся ширина сайта, как вы видите. То есть весь экран, это весь сайт. Но контент только где-то посередине стоит, видите? То есть есть отступ. У контента есть отступ слева и справа. То есть часто вот эти сайты вот так верстают, чтобы он был посередине. А то бы он начинался где? Вот здесь бы начинался бы. Да? То есть дизайнеры сами решают, на весь экран или посередине сделать. У нас в данном случае это находится посередине. Если вы Bootstrap пользовались, вот такую фигню вы делаете с помощью класса контейнер. То есть вам просто прописать, надо какую-то дивку создать и дать ему класс контейнер. И у этого класса контейнер в Bootstrap уже прописано, что он будет посередине, короче, находиться. Но так как мы пока Bootstrap не проходили, мы это должны сами сделать, короче. Я что делаю?
я создам сперва вот этот наш контейнер. Div-кус с классом контейнер. И сразу ему задам какие-то стили. Давайте вот так сделаем. Для класса контейнер стили, да, зададим. Сейчас зададим, народ. Давайте сперва какой-нибудь контент засунем, чтобы вы видели, что эти стили работают. Что у нас есть в контейнере, внутри контейнера вот этого. Короче, вся ширина это hero. То, что посередине это у нас будет контейнер. Мы ему стили зададим, чтобы он был такой посерединке, да? Чтобы маржины были слева, справа, отступы. У контейнера есть верхняя часть, это будет у нас пусть header будет, а вот эта вот часть будет main внутри контейнера. Если вопросы есть, сразу задавайте. То есть внутри контейнера у нас будет, по идее, header назвать. Ну, header было бы правильно назвать, если бы здесь было какие-то менюшки там. Хотя это тоже header, по сути. Ну, давайте сделаем вот так. Header. С классом давайте. С классом navbar. У нас header будет. И рядом с header у нас будет main, да? Да, main. Поняли, это шапка, а вот это там, где книжка, там цена и так далее. В хидре у нас что есть? У нас есть какой-то, это типа логотип, но это не логотип, это просто слово. Здесь можно было и логотип засунуть, и какие-то соцсети. Так, ну вот создаем тогда. Логотип можно сделать, так как у нас просто слово, можно сделать спаном. Спан, если вы знаете, это где какой-то кусок текста будет просто. И здесь напишем то ли генов. Span пусть будет, у него класс какой-нибудь зададим, пусть будет, да, обычно задают класс. Класс, ой, елки-палки. Бренд. Типа вот это у нас бренд как логотип, бренд, короче, span. Это span будет, и рядом со span у нас вот эти соцсети будут стоять. Вот это span, вот соцсети. Ну, соцсети, наверное, лучше создать в какой-то там дивке, назовем. Создадим какую-то дивку, назовем social, типа социальные эти сети, да? И в этой дивке у нас будет три рисунка, по сути. Но они должны быть как ссылки. То есть, если якобы на них нажимаешь, они куда-то там в YouTube, в Instagram уводят. Поэтому у нас будет вот так три ахрефа будет. И в каждом из них будет... Это вот опять же делает что? Эммет вот так делает. То есть, смотрите. А умножить на 3. Это три ахрефа. И в каждом ахрефе у нас будет img, в котором... Можно сразу здесь даже прописывать. src будет равно... Ну, здесь вот так можно прописать, я сейчас не буду прописывать. И нажмем этот tab. Потом сразу создает 3 ахрефа, в каждом из них src. И здесь нужно рисунки задать. Нужно задать рисунки, короче. Img. У меня эти рисунки главные. Ой, эти рисунки уже стоят. Facebook. Нет, это я. Да. Дома нахожусь, блин. Дети плачут. Понимаете. Img. Так, Facebook засунем, Twitter засунем. То, что у меня уже лежит, я вам показывал, да? И img. YouTube. Они мне готовы по-английски стоят. И посмотрим, там сейчас бардак будет у нас пока. Обновим. Ой, какой обновил? Что я обновил? Сейчас, секунду. Зайдем сюда, обновим. Да, вот это якобы span лежит, они вообще, короче, во-первых, они не в одной линии лежат, мы сейчас это все исправим. Потом, кстати, размеры мы сейчас должны быть в стилях, размер вот этих иконок поменьше сделать. Окей, пока работает. И вы видите, что они, иконки стоят у нас прям прилипленные влево. А мы хотели их с середины, да, начать, как здесь. Вот, чтобы они не слева, не здесь начинались, а посередине. Здесь тоже, чтобы отступ был. И давайте здесь пока мы пропишем вот такие стили. Для контейнера у нас будет вид, скажем, вид 90%. Ширина 90%. Сейчас, кстати, сохрани, просто каждое изменение будем смотреть. Ширина, ладно, 90%. У него сейчас просто вот отсюда начинается и где-то на 90% вот здесь заканчивается ширина. Вот, то есть к леву все равно прилип. Для этого вы говорите margin auto. Если чтобы вам было понятно, margin left auto. Он слева будет, слева, короче, максимально оттолкнется слева отсюда. Отсюда оттолкнется, смотрите. Но нам надо, чтобы он еще справа отталкивался.
что посередине был. Margin right auto тоже. Оттолкнись слева максимально сколько сможешь и справа. Или вот это все можешь заменить как margin. Вот. С двух сторон оттолкнется просто. На 90% будет вот, примерно вот так. 90 даже может мало. Давайте зададим ему max width. То есть отталкивай, у тебя будет ширина 90%, но, блин, твоя максимальная ширина больше тебе нельзя якобы. Да? Давайте сделаем типа что-то. Обычно там задают 1040 вроде пикселей. Посмотрим, чтобы посередине. Вот так. Потому что у меня расширение большое. То есть, по сути, он хотел занять 90%, но 90%, скажем, ушло где-то там за 1300, да, например, пикселей. И он такой, нет, моя максимальная ширина, вот, короче. И когда здесь уменьшаешь, вот когда уменьшаешь, он все-таки к краю больше приближается. Ну, нормально, короче. Там можете поработать с циферками, главное, логика ясна. Теперь давайте сделаем, чтобы они встали в один. А почему, вот смотрите, я на лекции объяснял, почему они как бы один вверх ушел, а один вниз ушли. То есть они друг за другом. А вот, потому что блочные. Да, потому что, например, вот этот спан-то он не блочный, как бы, Азамат Тулигенов, он не блочный. Но из-за того, что вот эта дивка сошел, она блочная. Она хотела всю ширину занять, и она спустилась поэтому вниз. Для этого я вам, как на лекции говорил, мы можем сделать, где они находятся. Вот смотрите, у нас span и div находятся внутри navbar, класс navbar. Мы можем сказать, что для navbar, например, navbar, можем задать displayFlex. DisplayFlex, он что делает? Он помещает все свои дочерние элементы сразу автоматом по умолчанию в одну строку. Вот, видите, как бы встали в одну строку, но мы сейчас еще исправим. Давайте сразу вот эти img-шки так сделаем. У нас еще картинки будут, так что мы этим img-шкам зададим классы. Зададим классы типа лого просто. Больше у нас нету лого здесь. Не лого, а, сори, не лого. Скажем, какой-нибудь там socials зададим, просто socials. И здесь давайте классу socials, потому что они какие-то большие у нас, socials. Мы сделаем, чтобы у них был, скажем, width там, максим, ой, width там. Сколько иконок можно задать width? 20 пикселей зададим. Посмотрим, ну что, поменьше хотя бы стоит. Да, пойдет, можем чуть побольше сделать, ладно. Теперь надо их оттолкнуть по разным сторонам. То есть по разным краям, как у нас на рисунке. Вот здесь. Бренд здесь получается, как будто логотип, а social справа. Опять же, я вам говорил, что вы можете сказать display flex, их чтобы по разным сторонам оттолкнуть, есть такой этот justify content space between. Есть. Space around и space between, на лекции можете посмотреть. Он должен сразу их оттолкнуть. Ой, елки-палки, столько здесь окон открыто. Вот. Этот сюда ушел, этот сюда ушел. Сейчас мы все маржины все пропишем, но пока этот потихоньку. Так, что еще нам нужно сделать здесь пока? Давайте, кстати, народ, я сразу для всего body задам, чтобы потом не забыть. Задам font family, чтобы у нас более-менее красивые шрифты получались. А, вот сейчас увидите, кстати. Sans-serif, давайте зададим. Как их называют? Осечки или отсечки? Не знаю. Вот. Ой, где у нас? Вот у нас. Вот эти вот, видите, маленькие, вот где, например, даже А вот с какими-то хвостиками, вот Т тоже с какими-то. Вот, как их называют? Я забыл. Когда вот такие вот некрасивые края есть. Отсечки. Чтобы их убрать, надо в font family sans-serif поставить. Он вот это всю фишу убирает. Например, сохраняем. И обновляем, смотрите сейчас. Видите, он вот такой смеется. Потом еще давайте какой-то color зададим. Color. Там, я куда-то записал 32, что примерно. Это еще хорошо надо поставить. Ну там, цвет не имеет значения просто.
Для Body Color есть. Ну, чего не хочет. Или это реально такой тут color. Давайте какой-то там gray зададим. Чуть поменьше сделал, я делаю больше, чтобы было видно. А так он. Так, что еще? Вот когда верстку делаешь, это самое. А, еще есть такая вещь, народ, может, кто знает. В ресете я не нашел что-то. Ну, нашел, то есть там неправильно, он не так делает, как нам надо будет. Есть такая вещь, бокс-сайзинг, очень важная вещь. Когда ты кому-то задаешь какой-то, например, размер, ты говоришь, ширина 100 пикселей, 100 пикселей, например, какому-то элементу. Потом задаешь ему еще вот эти паддинги. Паддинг, я надеюсь, вы знаете, что такое. Вот это 100 пикселей считается только его контент. То есть его контент будет равен 100 пикселям, еще у него будут еще какие-то паддинги, какие-то типа вот эти отступы от краев элемента, справа, слева будет. И тогда он будет не 100 пикселей занимать, а вместе с паддингами там еще, скажем, 120-130 пикселей может занять. А когда вы говорите, то есть по умолчанию здесь стоит контент бокс. По умолчанию вот так стоит. То есть какую ширину, высоту ты задашь, он будет только, это будет шириной только контента. Не учитывая паддинги, короче. Не знаю, это вам надо рисовать. Нет, если надо, могу нарисовать, показать. Давай. Это тоже важно. У нас время же есть. Сейчас я принесу. Так, я тут. Сейчас включу. Так, есть такая вещь, народ. Давайте, раз я на видео записываю, все четко объясню, чтобы остальные тоже видели. Так, BMP Gentesis, вот здесь, например, надо открыть с помощью Paint. Короче, когда ты говоришь, например, какой-то у тебя есть элемент, какой-то там, скажем, дивка, например, или что-то, и внутри есть какой-то текст, скажем, текст. Какой-то есть текст. И ты, когда говоришь вот этой дивке, пусть у него будет, скажем, вид, там, или в процентах, или в пикселях, без разницы. Например, ты говоришь, пусть будет 100 пикселей. По умолчанию, когда у тебя стоит box sizing content box, он считает вот эти 100 пикселей, это только твой контент 100 пикселей. Он не учитывает, что вот здесь есть паддинг и вот здесь есть паддинг. Еще, если, ну, как бы, если height указывает, что вот эти паддинги должны учитывать. Это чем плохо? Если ты подумаешь, что у тебя вот эта вся длина 100 пикселей, он у тебя вместится, а он у тебя не вместится, потому что 100 пикселей это только вот эта часть. И ты вот это не учел, и она у тебя может куда-то не вместиться. Понимаете, да? Или ты создал вот таких 4, да, дивок, вот друг за другом создал 4 вот таких дивок и сказал, что они все по 25%. Опять же, 25% это только твой контент. Вот эти из-за того, и поэтому у тебя все 4 не вместятся, у тебя вместится 3 таких дивок, 4 упадет, например. Например, да? Поэтому, чтобы считать весь элемент с вот этими паддингами, бордерами, да? Бордер, кстати, тоже у тебя может быть жирный, вот эта граница. Его тоже надо учитывать. То есть надо учитывать вот эту границу, ой, паддинг, и вот эту границу, ширину границы, чтобы вот это все вместе занимало у тебя там 100 пикселей. Чтобы так было, обычно говорят не контент-бокс, а бордер-бокс. То есть учитывая и бордер, и паддинг, и контент, все это вот типа, надеюсь, смог объяснить. И вот это обычно всегда ставят. Потому что в ресете я там посмотрел, там стоит как раз-таки контент-бокс по умолчанию, то что. Вот. И для всего бади мы прописали, там свет и так далее, и так далее. Контейнер, img, social, да? Image мы с вами тоже, да, чуть поменьше сделали. А вот socials. Да, socials, navbar. Так, для navbar вроде все, только нам нужно еще navbar где?
Navbar это у нас что было? Navbar, Navbar это вот этот header, да? А теперь смотрите, нам нужно еще. Так, что нам нужно сделать еще здесь? Сейчас я подумаю. Так, давайте начнем. Мои дочки, блин. Эх, дома. Не успел уехать на работу, вот. Вот и ходи, короче. Так, здесь у нас есть сверху, короче, margin есть сверху, видите? Но это, наверное, надо будет задать всему вот этому hero. У нас же вся секция это hero. Давайте сделаем для hero margin top. Или не margin, давайте лучше зададим ему, кстати, padding как раз таки. Padding top. Там, скажем, 55. Сверху оттолкнулся. Можно побольше, ладно, там 75. Ну, хотя нормально, хватит. Для нас хватит. Так, navbar. Плюс еще, смотрите, у нас тоже здесь вот толчок есть. От хидера и мейна есть какая-то большая разница. Это мы можем что сделать? Это мы можем сказать вот этому же навбару. Да? Навбар это наш, где лого и socials. Можем сказать здесь как раз таки margin все-таки. Margin bottom. Margin bottom. Давайте 100 пикселей попробуем. Почему-то там много. Очень большой. А, сейчас мы это еще не увидим. Снизу потому что ничего нет. Ну, потихоньку будем исправлять народ сейчас, смотрите. Так, давайте теперь сделаем. Это у нас все был навбар, да? Навбар я здесь закрою. И после навбара, но внутри контейнера, внутри hero и контейнера, после навбара у нас есть main. Этот main давайте быстренько пропишем. У main что есть? Вот это, если так глазами посмотреть, понятно, что вот это одна часть, вот это вторая часть. То есть вот это давайте назовем main текст, вот это main типа image или main там что-то, да? Создаем две девки, у нас будет main текст. И рядом сразу же будет main, как назвать, main image, да, лучше. Давайте main image. В main тексте что у нас есть? Тупо набросаем. У нас вот это у нас будет subtitle, вот это будет title, потому что он большой. То есть вот этот subtitle пусть будет, с span'ом сделаем, вот это сделаем title, сделаем его strong'ом, чтобы был какой-то смысл, что вот о чем вообще вся страница, а вот это типа книги, да? Вот это у нас будет просто параграф, потому что здесь текста побольше. Вот это у нас цена будет тоже с пеном можно. Вот это тоже можно там с пеном. Ну, давай сейчас примерно. Потом кнопки нам нужно будет в один div засунуть и сделать два ахрефа. Ну, две ссылки, просто его стилем сделать стилем, как будто это кнопки будут, и все. Я быстренько пропишу тогда все, что я вам сказал. Короче, будет первое с пеном. Можем ему класс задать. Вот. Это вот при продаже книги. Задаем класс. Давайте сразу это сделаем. Subtitle. Напишем предпродажа книги, да, например. Предпродажа книги. Да. Потом у нас идет... Здесь, кстати, чуть поподлиннее сделаем, чтобы нам было удобно. После спана у нас идет strong желательно, да? Strong обычно делают, чтобы был смысл семантический. Потому что книга прям так называется, а вся страница об этой книге. Назовем его title. Strong с этим title. Здесь давайте путь Азамата напишем книгу. Чуть пусть будет по-другому. Путь Азамата. Азамат Жолу давайте напишем. Так, дальше у нас идет... Это у нас идет... Параграф, да, тут он может быть побольше. И назовем этот параграф с классом description. Есть какой-то текст, по идее, закажите книгу. Давайте там закажите. Наверное, мою дочку там слышите. Не обращайте внимания. Закажите книгу. Она не умолкает сейчас. Сейчас и получите. Эх, здесь просто картинка, так бы скопировали. Печатный вариант из первого тиража. Печатный вариант из первого тиража. Тиража с подписью автора книги.
сегодня хватит текстов, да? Потом span идет у нас цена, вот это вот. Здесь сделаем span. Назовем его не price, а price tag. Что price у нас будет ниже. Здесь у нас будет просто текст цена. И сама цена, короче, идет. Это будет... Кстати, он такой... Ну ладно, тоже, наверное, span лучше сделать, да? Надо будет сделать жирным. Span и назовем его price как раз таки. Здесь напишем там 4500 тенге. Так, у нас будет дивка кнопок. Для кнопок будет отдельная дивка, где будет две кнопки. Buttons назовем. Здесь у нас будет два хрефа. С классами вот так сделаем. Button. И еще один класс button. Тире, сейчас мы допишем. А, таких два. Чего он так ладно или не все? Вот. Button, и вот это будет button success, типа. Мы ему, потому что разные стили зададим, у них цвета разные. И это будет button, давайте, какой-нибудь там, prime. Здесь тексты у нас идут. Заказать книгу, слушать отрывок. Заказать книгу. Ой. Книгу и слушать. Вопросы будет сразу, можете задавать. Так, здесь хэштеги поставим. Ой, так, плюс у нас еще картинка будет справа, да, но это отдельная дивка. Вот это main текст, вот он main image. Сюда положим какую-то картинку просто. Просто картинку тупо положим. СРЦ у меня, кстати, лежит, вот Books 2, только он немножко, сейчас объясню, у него там фон есть, он не PNG-шный, поэтому его немножко схитрим здесь. Здесь давайте ему класс задам, Book IMG, типа Book Image, на всякий случай, сейчас надо будет все-таки. И обязательно я вас просил задавать, ну, по-хорошему задавать альты, чтобы он понимал, что за картина. Книга, например, книга Азамат. То есть, если кто-то будет в картинках искать там Азамат Жоалы, да, там, книга Азамат Жоалы, по идее, он должен, по сути, если это ваш сайт проиндексируется, он должен его найти. Не знаю, там в начале, в конце, но должен найти. Вот и все, но здесь, конечно, у нас бардак будет пока. Сейчас мы будем все в стиле прописывать. Главное, видите, вот этот отступ уже есть, margin. То, что мы сделали, margin bottom. Вот. Navbar, который верхняя часть, мы сделали margin bottom 100 пикселей. Вот эта верхняя часть, это navbar. Он от себя оттолкнул вот этот, как его, main. Оттолкнул на 100 пикселей вниз. Ну, а теперь идут стили. Теперь идут стили. Что нам, с чего нам начать? Давайте начнем с... кстати, давайте вот здесь мы... Тулигент Азамат надо немножко пожирнее сделать. Вот это Usprime, кстати, пока мы забыли. Вот она нам нужно будет сделать полностью uppercase, еще чуть побольше, наверное, пожирнее. А вот эти друг от друга немножко оттолкнуть. Это у меня идет бренд, пока я main закрою. А вот, подождите, контейнер. А, все, правильно же, да? А, нет, не контейнер. Вот, navbar, да? Здесь у нас идет бренд, а это social класс. Да, мы что-то наоборот назвали, вот это надо было socials назвать, вот это social, да? Ну ладно, разберетесь, да? Так, давайте, вот где у нас бренд? Мы бренд не создавали. Для бренда, который span, где Тулигент Азамат написано. Этот бренд. Мы зададим ему какой-нибудь color не нужен нормально, color, font size зададим, чуть побольше сделаем. Больше сделаем его чуть пожирнее. Font weight это для жирности. Он не пикселями задается, он задается вот этими сотенными, типа 400, 500, 700, 800. Он теперь пожирнее стать, да, вот бренд наш. И сделаем его текст, как там был? Текст decoration. Ой. Decoration. Ой, ёлки, что прописывать что-то. Ну,
Relation. Uppercase, что ли? Нет, uppercase, как там было? Text-transform. Transform, да. Text-transform, uppercase. Чисто, чтобы uppercase, да, был? Верхними регистрами. Вот, более-менее похоже, и то там, короче, надо с этим поиграться, с шрифтом, ладно. Давайте вот эти тоже оттолкнем друг от друга. Это у нас будет в socials'ах. Вот эти ахрефы, да, короче? Нет, имгшки. Это socials, а мы оттолкнем margin right. Сделаем там 20, наверное. Пиксели сейчас попробуем. Примерно все. Чуть-чуть от друг от друга отстали. Ну вот, примерно, короче, там можно поиграться. Все, вот эта верхняя часть, давайте, готова, все, не будем ее серебить. Только я хотел бы еще падим увеличить. Куда у нас падим? А, вот падим топ. Давайте 70 пикселей все-таки. Херо, почему не хочет? Правильно, да, правильно. Вроде. Ну-ка, что-то он не влияет, да, на него? Что-то у нас перебивает, да, вот этот padding top. Margin bottom, margin right, margin auto, max width, margin auto, margin. Давайте все-таки лучше отдельно left, auto и margin right. Ну, он, кажется, он делает margin для всех сторон, для всех четырех сторон. Нет? Ну ладно, что-то перебивает его, короче. Вот. Здесь потом пойми, что его перебивает. Сильно не будем уходить, примерно где получается. Теперь, так, у нас, что, так, для Hero мы padding прописали, для Navbar мы margin прописали. Картинка, кстати, у нас, видите, это вот такого цвета фонового, из-за этого я хотел вот эту весь, всю секцию сделать вот таким цветом. Потому что я PNG не нашел картинку. Если у вас было бы PNG, можно было бы белым оставить. Вот этот цвет я записал себе. Он у нас color. Сейчас я посмотрю. Так. А, нет, не просто color же нам надо. Нам наш background color. BGC. Что красиво. Из-за вот этого цвета, блин. Background color у нас будет F6. И у вас вся секция вот такого цвета станет. Видите? Как будто он PNG, короче. Потом... Что еще? Теперь давайте начнем с этого, например, book image. Северо поменьше его сделаем, он слишком большой, наша картинка. Сделаем его width 500 пикселей. Пока. Да, он теперь вот так стал. Сейчас мы сделаем display flex, чтобы они по разным краям разлетелись. Его мы будем делать display flex куда? У нас main text и main image, они вот бок о бок стоят. Main text и main image. Они у нас где? В main. Тупо скажем main. У нас же main 1 должен быть по-хорошему. Кстати. Тупо main скажем display flex. Вот они разлетелись уже по краям. Видите, именно секция такого цвета, потому что вот нижняя секция уже она будет белая. Затем здесь у нас давайте сразу, чтобы они прям по краям стали, потому что он до края не дошел. Эта книжка. Или она дошла уже до края. Ну, давайте все-таки посмотрим. Justify content, опять же, space between. И еще по центру их нужно... Нет, опять, они нормально стоят, значит. И надо еще, чтобы вот эта вот часть, то есть и текст, и дивка, и вот эта картинка, они по высоте стали одинаковы. Ну, то есть посерединке, по вертикали посерединке стали. Это у нас будет align, тоже на лекции говорил. Центр, кажется, будет... Вот. Ну, сейчас мы еще добьем его. Здесь нам стилем надо сделать. Короче, они по вертикали стоят в серединке, по высоте. Теперь давайте конкретно про вот main text. Сейчас, секунду. Ой-ой-ой. Так, давайте начнем с main text. Main text это у нас где дивка, да? Вот это вся левая дивка, где текст. И вот это, видите, вот эта вся левая дивка, она занимает больше, чем половину. Она вот сюда уходит. То есть,
Если даже вот так посмотреть, кажется, она по ширине слишком много занимает. Так, main. Вот это занимает. А нет, вроде нормально. Но на всякий случай давайте пропишем, потому что он уходит слишком. Здесь он вот до половины доходит, и все. Даже если книга стоит где-то там справа, он до сюда доходит, не сильно уходит сюда. А у нас прям вот он протекает. Сделаем main текст вид с 50%. Мы не волнуемся о... у нас, короче, бокс-сайзинг есть. Я вам то, что рассказывал, border box. И поэтому не волнуемся, что есть еще паддинги и так далее. И так далее. Вот. Если мы еще паддинги зададим, он еще подтянется, получается. У нас теперь начнем с этого самого верхнего. Subtitle идет при продаже книги. Subtitle. Здесь у нас, давайте быстренько, font size 20. Хотя font size у всех примерно 20. Можно было бы общий задать для font size. Давайте общие вещи зададим здесь. Всему body, короче. У нас обычно будет font size 20 везде. Font weight у нас будет у всех разный. По идее, font weight не надо задавать. И все, кажется, только font size. Ладно. Font size у нас, скажем, 20. Тогда давайте посмотрим, ничего не перебили мы. Нормально, да? Font size 20, font weight именно здесь у нас будет примерно не такой жирный, как title, да, получается? Ну, сколько? 400? 400. Display block будет. Так как это span, он если вы он, понимаете, вот из-за того, что вот это span, а вот это у нас strong, они все строчные как бы элементы, они становятся прям рядом с друг другом. А нам нужно, чтобы вот этот AZA-module спустился, чтобы все блочные были. Поэтому я говорю, display block тоже объяснял на лекции. И сделаем какой-то, чтобы он отталкивался, вот чуть-чуть есть margin вот здесь. От subtitle и title есть какой-то margin. Сделаем margin там какой-то маленький, 15 пикселей, например. И смотрим. Вот. При продаже книги он почему-то съехал. Почему-то он съехал. Почему-то здесь какой-то этот пятник стоит слева, что ли? Ну-ка, смотрим. У него стоит этот margin left стоит, короче. Margin left я ему не прописывал. А, margin bottom, sorry. Margin bottom только 15. И когда вы пишете просто margin, он со всех сторон делает эти вот стопы. А нам только снизу надо. И то 15, это мало, наверное. Сейчас посмотрим. Давайте сразу title сделаем, чтобы было видно. Title это вот где здоровое, этот жирное, да? Название книги AZA-module. Так, font size здесь уже будет другой. Здесь уже будет где-то 50 пикселей font size. Но будет большой. И где-то font weight давайте сделаем где-то 600. Пожирнее его. Тоже display блок, так как это строк у нас. Строк это срочный элемент, надо, чтобы он был блочным, чтобы всю ширину занимал, всю строку. И margin нам тоже здесь понадобится примерно 30 пикселей, наверное. Напишем, сейчас будет видно. Это вот все сюда делаю, AZA-module. Обновляю. Только у него цвет вроде какой-то другой здесь, чуть потемнее. И у этого потемнее. Давайте сделаем color какой-то, не знаю, blue или dark blue, есть что-нибудь такое? Blue нету, да? Ну, blue хотя бы сделаем. И здесь получается. Ой, ёлки. Ой, ёлки. Вот цвет надо найти как-то, ладно. Как мы его найдем? Dark blue. HTML column сделал, да, давай. Сколько будет? Я не хочу. А, вот нормально. Dark blue, если кажется. Я делаю все так, что по-быстрому, потому что нам как бы еще много чего. Dark blue пусть будет, пойдет. Пойдет, короче. При продаже книги да, примерно так и стоят, да? Ну, я примерно делаю народ, опять же, вы будете уже делать более... Здесь тоже отступ, правильно мы подобрали где-то 300 пикселей. Потом вот это P идет, она какого-то цвета. Давайте на P зададим. У нас есть параграф. С каким классом он идет у нас? Description. Вот. Где там текст какой-то по длине. Description. Ему зададим. Font size так и пусть стоит 20. У него вот одинаковый с этим font size 20. Font weight.
Такой же, как здесь, наверное, зададим. Сейчас посмотрим. Дисплей блок тоже не забудем, наверное, да? Хотя у нас же параграф, он и так блочный элемент. Не надо ему дисплей блок. Только у него, что мне нравится, они друг другу. Вот высота строки у нас маленькая. Это называется line height. Line height. Обычно один стоит, мы сделаем... Сколько мы сделаем? А, нет, здесь не числами, здесь пикселями же. Скажем, 25 делаем пиксель. Вот, а немножко, чтобы друг от друга. Вот эта цена, это отдельно, вот эти межстрочный интервал, да, как называется, чтобы побольше, даже, может, 30 делать. Ну, нормально, кажется. Так, line height и margin bottom надо добавить, чтобы он оттолкнул нижний текст. Тоже примерно на 15 пикселей. Цену, чтобы оттолкнуть, даже чуть больше, наверное, на 20. Примерно так. Здесь тоже текст можно было бы задать. Ой, color. Dark gray, интересно, есть? А, есть, конечно, dark gray. Так, все, короче, пока. Цвета подбирать, конечно, можно, но сейчас у нас уже со временем туго будет. Так, дальше вроде нормально, да, короче, не будем сильно застрять на этом. Дальше у нас идет price tag цена. Быстренько давайте. Price tag. Price tag у нас все так же. Font weight такой же. Кстати, font weight давайте опять же для бади поставим. 400, потому что много где повторяется. Везде, где 400, убьем просто. Мы же любим меньше кода писать. Здесь тоже будет 400. Здесь тоже будет 420 margin bottom. Сейчас, если понадобится, мы его, наверное, на весь этот hero сделаем, как padding. Сейчас посмотрим. Нет, не как padding, как margin надо сделать. Потому что книги должны до конца доходить. Тогда нужно здесь сделать margin, наверное. Только сделаем его display block, так как это span. Display block сделаем. И все-таки вот margin добавим, потому что у нас еще цена внизу есть. Margin bottom добавим какой-нибудь. 20. Потом у нас есть цена. Цена у нас тоже display block, так как это span, да, у нас идет тоже. Ага. Display block, margin bottom. Здесь вот, кстати, чтобы он оттолкнулся максимально, потому что... А, вот. Ой. Цена, вот здесь маленький толчок цена, и где цена, число и сама цена, а здесь чуть побольше, да? Мы здесь сделали margin bottom 20, сделаем margin bottom 40, давай, пиксель. Сейчас увидим, если что, не то, исправим. И все, font size примерно, font size здесь побольше идет цена, да? Цена здесь побольше идет намного, font size. Сайз сделаем 50. И font weight, он тоже жирненький здесь идет. 600, сейчас посмотрим. Ну, цена примерно, да, но здесь, кстати, даже побольше. Как его? Margin bottom здесь побольше где-то надо делать. А, здесь ну, нормально, наверное. Сейчас нормально должно быть. Только черный сделаем цвет. Я цветами, короче, не попадаю, потому что там надо все вот это вот. Ох, как он слишком какой-то. Таргу, что ли, поставить. Понимаю, что здесь по цветам я вообще не попаду. Ну, ладно, пойдем. Так. Примерно прайс, я думаю, все. Давайте баттоны сделаем. И все на этом. Вот первую секцию закончим. Ты запарился сам тоже. Ну, примерно, видите, мы уже верстаем. И вроде не так страшно получается. Там, конечно, с цветами, если поиграться, он вообще лучше станет. Прям, если цвета здесь прям такие вот этими взять. Есть же специальные тулы, короче, которые цвета берут. Вот. И давайте теперь у нас остался класс Buttons. Внутри два хрефа. У каждого класс BTN. И, то есть они оба BTN, но еще один Success BTN, один Primary. И класс Buttons для дивки. Класс Buttons я потрогать не буду, наверное. Сразу давайте BTN для всех кнопок, смотрите.
Сделаем. Вообще для ссылок народ делает такую вещь, как text decoration none сразу, чтобы он не выделялся. Обычно он здесь, ну-ка посмотрим. А, вот это вот, то, что с нижней подчеркиванием, синим делают, прям как ahref, да, ссылку. Чтобы такой вещи не было, text decoration надо делать. Для ahrefов. Именно для ahrefов. Тогда он убирает, вот нижние подчеркивание убирает, но цвет остается. Цвет мы сейчас добьем. Потом здесь немножко, если видите, есть типа эти. Фишка, короче, shadow есть. Мы же не прям кнопку делаем, мы делаем ahrefы, как кнопки. И здесь удобно было бы сделать какие-то тени. По бокам, там, по краям. Есть такая вещь, как... Кстати, давайте в конце покажу. Border. Border нам нужен будет. Давайте паддинги сделаем. Паддинг. Почему мы делаем паддинг? А, давайте сперва, давайте поток покажу. Background color. BGC какой-нибудь, скажем, cyan. Смотрите, сейчас я вам что хочу показать-то. Вот, ой, cyan, что плохо видно, да? Давайте red пусть будет, чтобы было видно. Вот, то, что вот эта кнопка, она такая слишком по высоте и по ширине какие-то маленькие. Для этого вы делаете паддинги. Да? Сейчас я цвет уберу. Паддинги вы делаете, вы говорите, например, сверху, снизу пусть будет, например, 20 пикселей. Прям 30 пикселей, например, паддинги. И он у вас так шик сразу, как кнопки становится. То есть, да, паддинги, вы поняли, да, что такое? Background color. Нам нужен, конечно, не red. Background color мы каждому сейчас отдельно зададим, пока будет стоять red. Ладно. А потом давайте border эти есть. Border radius, может, знаете, вот эти по краям вот, округления. Сделаем 10 пикселей, сейчас посмотрим, много, немного. Нормально, да, 10 пикселей. А, есть border radius, есть color. Color мы сейчас там сделаем. А, color цвета есть. Здесь же у нас есть цвета, они кнопки, этот, а, чисто. Такие вот текст-то белый, слова-то белый, и сделаем просто color white. Пока у нас red как раз таки будет видно. Вот так вот. Он что-то вылазит, да, за этот? За... Почему он вылазит, интересно, там что-то мы перебили, сейчас тоже исправим. Он вылазит за... Ладно, сейчас сделаем. Так, это мы должны, кстати, сделать где... Маржины должны где-то прописать. Наверное, на hero, да, прям? Margin. Не, или padding. На hero. Padding top и padding. Padding bottom. Для всего, для всей секции hero, короче, сделаем где-то 100 пикселей. Посмотрим, что исправим. Чтобы вот это, видите, у нас уже hero закончился, а кнопки выпадают. Вот, чтобы было вот так. Ну, рисунок тоже будет паддингом получается. Ну, пойдет, наверное, здесь же так, да? А вот, да, рисунок до конца не доходит. Даже 100 мало, да, здесь побольше даже. 150 давайте сделаем. Паддинг ботом. Ну, короче, пойдет. Сильно не будем играться, короче. Ну, уже, видите, красиво более-менее получается. Так, кнопки. Здесь между ценой и кнопкой тоже побольше идет. Между ценой и кнопками идет побольше прайс. Так, прайс, да? Margin bottom не 40, давайте здесь 8 сделаем. Sorry. Кнопки прилипли к этому, к цене. F5. 80 много, оказывается. Ну, 60, давайте. Видите, уже что-то там получается, верстаем. Если вот эта, кстати, картинка у вас была бы PNG-шной, потому что в этой картинке вот такой фон есть справа, невидимый. Если бы он был PNG-шкой, он бы до конца вправо бы, как его, до конца вправо оттянулся бы. А сейчас из-за того, что у него, он вот такой сам, видите, с фоном, короче, он до конца не уходит. Ну, вы если что, PNG найдете, поставите. Так, теперь каждую кнопку отдельно. Здесь, кстати, нормально, да, все стало? Паддинги, все нормально, прям сразу. И друг от друга чуть-чуть оттолкнем сейчас. Две кнопки друг к другу прилипли. Делаем btn success. Btn success у нас будет... у них же разные эти, кстати, колоры. Сделаем просто зеленый и синий. Да, наверное. Будет, там прям подбирать надо колоры, но мы так, короче, пока. Green, да, примерно. Это success, который...
И сразу ему сделаем margin right, чтобы он от второй кнопки оттолкнулся. То есть первой кнопки, чтобы он справа оттолкнулся, скажем, на там, 20 пикселей. Не сильно. И сделаем btn primary, вторая кнопка. Ему ничего не надо отталкиваться, только background color. Blue сделаем тупо, короче. Сейчас ничего выйдет, интересно. И что он не идет? Мы неправильно писали, да? А, вот это хорошо было. Ну вот, примерно. Народ, видите, уже красиво же. Пойдет, по идее. Ну, тут только из-за того, что картинка, блин, здесь у него фон есть лишний. Его вырезать бы. Давайте его вырежем. Будем перфекционистами. ИМГ. Открыть с помощью. Открыть с помощью Paint. Вот, видите, вот этот фон. Поэтому его сделаем вот так. Шик. Минимально, правда. И вот здесь тоже. Ох, придется все-таки резать, наверное. Так вот сделаем. Photoshop, когда не знаешь, блин, Paint в помощь. Так, здесь Books. Второй вариант сделаем. А что, куда он ушел? Вот сюда, а нет, не сюда. Куда мы его? Давайте сохраним пока на рабочий стол. Назовем его Books PNG, теперь он получается. В тем. Пойдет JPG, да? Нам уже был на JPG. Books JPG. Сохраним. Возьмем его оттуда. Где у нас Books? Вот Books. Вырезаем. Это удаляем. Что-то ставим. Вот. Теперь он справа края, короче, нормально будет. Только его надо здесь не букс 2, а букс. Где он у нас был? Так, где-то он у нас вот здесь, да? Букс просто в JPG. Сейчас посмотрим. Глаза режет. О! Только ему надо... А что я же ему задал? А, да, надо задать все-таки нормально. Не 500 теперь мегапикселей, а 300, по-моему, что ли. Вот, нам уже красиво. За 50 давайте. Так. Эх, красота. Да, вот видите. Ну, примерно вот такая логика. Не знаю, дальше надо показывать, может, надо. Мы уже час сидим, прикиньте, одну секцию. Но выходит красиво. Вот эти слишком друг от друга сильно ушли. Это у нас socials, да? Margin right нет, не 20, а 15 пикселей. Вот. Красиво, да, народ? Что-нибудь скажите. Скажите, да, красиво. Да, красиво. Красиво, красиво. Красиво, красиво. И такие ушли, да, короче, дальше по делам там дома бегаете. Так, надо ли вот эти секции вам показывать? Я думал, дальше сможете сами или вот это вот? Я думаю, сможете, да, дальше? Вот здесь тоже какие-то найти, короче, фейковые PNG-шки. Какие-то тексты написать. И прям вот эта часть, вторая секция, третья секция. Тупо фотки найти, тоже подставить. И вот это вот. Все делайте без этого. Без... Как вам сказать? Без. Только флексами, чистыми HTML, CSS и флексами. Ну, флекс это и CSS получается, чистый CSS. Без бутстрапа имеется. Без бутстрапа лишних там этих. Поверстать надо будет. Примерно, если понятно, вот это тоже, кстати, флексами делаете. Вот эту вот часть обычно флексом делаете. Дисплей флекс делаете, они так тык-тык-тык станут. Надо будет каждому из этих вид задать. Только вид задавайте не 25%, а, скажем, 23-22% каждому задаете. Потому что у них между ними есть еще эти маржины. То есть, скажем, каждому из этих четырех типа будет вид 20, скажем, 22% и margin right справа типа оттолкнись на 2%. Типа. Ширина 23 и margin right 2%. Или там 22% ширина и margin right 3%. И чтобы они вместе с маржинами занимали 25% каждый. И тоже в контейнер ложите, кстати. То есть у вас здесь логика вот такая идет примерно. Вторая секция. Это первая секция, да? Вторая секция, вот, его возьмете.
То есть тоже какой-то класс зададите, там, не знаю, какой-то класс задаете. И здесь... Что я хотел показать-то здесь вообще? А, тоже здесь будет как контейнер. Вы же для контейнера прописали вот ширину и так далее. Тоже как для этой секции вы начнете с контейнера чисто. Вначале. Вот. То есть в этой секции у вас тоже будет контейнер. Если внутри контейнера типа положить, он уже будет вот, центрированный уже будет. Внутри контейнера вы положите, потом можно будет у каждой секции есть, короче, заголовок, кроме вот этой. Здесь вообще, короче, все, вот это и так сам по себе хидинг, хидр идет. Здесь особо заголовка нет, вот здесь как H1 у вас, да, нашел? Кстати, здесь не H1 нашел. По-хорошему, вот это надо H1 ставить. Ну ладно, мы уже там что-то делаем. А вот эти вот названия каждой секции делают обычно H2. Вот это H2 делает, вот это H2 делает. Внутри H2 вы делите, что-то идет там отдельно вот маленькое, что-то побольше, типа, знаете... Вот так должно быть. H2. И внутри H2 у вас должно... Ну, можно сделать тем span. Span это будет о чем книга, например. Книга. И рядом вот это вот можно сделать strong. Strong, чтобы здесь вот азамаджировал, например. Чтобы смысл опять придать семантике. Чтобы поисковикам был смысл. Поисковики обычно смотрят на H1, очень смотрят, которую мы забыли написать. Вот это по-хорошему нужно H1 сделать, путь фрилансера там, и так далее. И смотрят потом на H2, потом на стронги тоже смотрят, типа, есть какой-то смысл. Это наша книга. Пример, давайте я вам пропишу мне стиль, пропишите потом. Здесь свои классы добавьте. Везде можете где-то классы добавить. Я вообще классы не буду добавлять, я примерно сделаю эту структуру. Потом вот эту нижнюю часть можете назвать тоже какой-то дивкой, то есть. Что такое? Дивка. Почему сивка пишется? Дивка. Дивка имеется в виду нижняя часть. Эта дивка у вас, кстати, будет флексом, да, чтобы у вас там на 4 поделилось. Потом у вас здесь 4 блока идет, например, там можете блок прям назвать, класс, 4 блока идет. Каждый блок это вот, в каждом блоке у вас стоит img, там, скажем, и какой-нибудь там параграф. Ну, тупо можете вот так сделать даже. 4 блока умножить на 4. В каждом блоке у вас стоит img. Img сразу можете класс задать. Не, можно не задавать. ИМГ и рядом с... Плюс, когда пишете, он не внутри делает, а рядом делает. ИМГ и рядом какой-нибудь параграф. А вот параграфу какой-нибудь желательно, типа, задать какой-нибудь блок текст, какой-то класс. Все, видите? У вас уже структура готова. 4 блока, в каждом, в котором лежит ИМГ и рядом лежит параграф. И так далее. Ну, вот пример, народ. Я вам вот этот шаблон тогда скидываю. Вы дальше все добиваете, если что, спрашиваете, наверное, да? Вот это будет вам задание добить. Самое, я думаю, сложное я сделал уже вот здесь. Здесь вот добить, я думаю, несложно будет картинки сделать. Вот это я вам как задание тогда скидываю, да? Ну, окей, народ. У меня было еще задание. Не знаю, надо, не надо. Так. Нет, вот это наш макет. У меня было еще задание, но я думаю, его не буду давать. Вот это хотя бы сделайте, хватает. Так, я вот это тогда все беру. В зипку. Макет тоже здесь. Вот это все, то, что я писал, все сохранено. Вот здесь, да? Кидаю в зипку. Говорю, что он у меня будет week 2 task, да, наверное? Week 2 task. Как зипку, наверное, да, сделал, а то не у всех, наверное, там просто зипка. Окей. И вот, народ, я вам тогда это все кидаю. Я, кстати, тогда сразу остановлю. У кого-то вопросы есть, да, что-то кто-то спрашивает? А, нет. Я остановлю тогда запись, что здесь дальше записывать, да?